Привет, мои хорошие. Сейчас бегу. Короче, хочу для вас снять экранирование. Экранирование волос, там три масла. Но я уже забежала к ним перед тем, как машину поставить на мойку. Они сказали, что, оказывается, голова должна быть чистой, чего я не знала. Я иногда так не люблю мыть голову, и хочется просто пойти в салон и отдаться им. Поэтому сейчас мне помоют голову, и потом мы будем делать экранирование на чистые волосики. По-моему, фирма Estelle. Сейчас я вам все расскажу и покажу. Оставайтесь со мной, если вам интересно. Вот я зашла в салончик, как раз таки смотрю, чем мне будут делать. Это фирма... А что это за фирма? Первый раз будете делать, да? Да. А что это за фирма? Это Estelle. Estelle, да, я же говорила, да, Estelle. Здесь будет у нас три уровня. Трехфазный. Значит, первый, значит, двухфазный кондиционер мы наносим на чистые волосы, да? Угу. Сколько времени ждем? Сразу мы наносим. Сразу три фазы наносим, потом я вам это... Сушу, вытягиваю утюжком. Мы запечатываем кутикулу, и она напитывает волосы. И они не смываются даже, нет? Нет, нет, нет. Ну, интересно, дома пользоваться. Это накопительная процедура. То есть ее тоже надо не один раз делать, да? Да, желательно, конечно. Вот такие масла. Интересно. Ну, посмотрим, что будет у нас. В общем, вот я вам показала, такие вот будут у нас интересные вещи. Голова у меня вообще... В магазинах не продается, она чисто распространяется по салонам. А, вот, даже в магазинах не продается, по салонам распространяется. Что у меня с речью? По салонам распространяется. Первое масло еще. Или сразу они в три? Первое, потом второе, потом третье. Так, да, будет? Первое, второе и третье. Да, сразу же. Да, да.